Лесные пейзажи, огромные рободинозавры. Открытый мир Horizon Zero Dawn вышел на PlayStation 4 в 2017-м, дарит больше. После выхода сиквела Horizon Forbidden West 2022 Netflix адаптирует серию. В этом видео узнайте о Horizon 2074 и статус проекта. История двух игр «Тысяча лет спустя» и предшествующей падение цивилизации. Выжившие формируют племена, защищаясь от врага. Враг — гигантские машины, почти уничтожившие человечество, напоминают динозавров. Сюжет связан с молодой Эллой. Она должна справиться с машинами, разрешить раздоры племен. В обеих играх на переднем плане личная история Эллой, но также впечатляет огромный завораживающий мир, полный открытий. Первые сведения о сюжете Horizon 74 сообщил журналист и инсайдер Джефф Граб в своем подкасте. Сюжет серии будет развернут после второй игры, акцентируясь на новых аспектах. Мы не ожидаем переосмысления или повтора игр, а совсем новую историю. История будет рассказана по двум параллельным хронологическим линиям. Одна из них происходит в настоящее время и знакомит нас с главным героем Эллой. Вторая линия рассказывает о падении человечества из-за великого вымирания, вызванного роботами линии колесниц. Между историей Эллой и концом света прошло около 1000 лет. Это предоставляет возможность для подробного рассказа, которого не было в играх. Непонятно, почему именно 2074 год выбрали для названия. Ведь человечество было уничтожено в 2060-х. Информация о сюжете недокументированная, вопреки всем домыслам. Официально подтверждено лишь название. Netflix и Sony не подтвердили ничего еще. Большой интерес вызывает вопрос, кто именно будет снимать «Горизонт». В июне 2022 году список появился на сайте гильдии режиссеров Канады. Он содержал имена кандидатов на роль режиссера «Горизонта 2074». Джек Бом, помощник режиссера «Пацанов Амазон», и Мишель Брэди, арт-директор «Пространства», были среди них. Тем не менее, список был удален. Шоураннером «Горизонта» будет Стив Блэкман, ранее отвечавший за 5-й сезон «Академии Амбрелла». Кто из актрис сыграет главную роль Эллы, интересно. Официальной информации пока нет. Однако в сети уже зарождается слух. Речь идет о Сэди Сик из сериала «Очень странные дела». Вряд ли сериал «Горизонт» выйдет в свет в ближайшее время. Процесс после съемок будет трудоемким. Ведь нужно поставить много футуристических городов и руин. Об этом они заявили на выставке CES в 2024-м. Работа уже шла. Недолго ему. «Горизонт 2074». Остаться в стадии активной подготовки. Если все пройдет гладко, релиз ожидается во второй половине 2025 или в 2026. Нелегко будет выбирать исполнительницу главной роли. Будет сложно завоевать популярность среди поклонников Эллы. Кого бы вы выбрали на эту роль?